Почти 1000 нарушений в работе общественного транспорта. После массового иска будет массовая апелляция. И в Крым кировчане больше не ездят. Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Почти 1000 нарушений с начала года. Именно столько нашли инспекторы ГИБДД в работе общественного транспорта. В 145 случаях автобусы выходили на маршрут с неисправностями или в состоянии, при котором эксплуатация запрещена. По вине водителя общественного транспорта в ДТП с начала этого года один человек погиб и 30 получили травмы. Мамочки, которые подавали в суд массовый иск по поводу мест в детских садах, собираются подавать апелляцию. Они считают, что суд не учел все доводы родителей, поэтому истцы планируют обжаловать решение суда. Напомним, самый массовый иск в суд был подан на администрацию города. В итоге родители проиграли суд. На повышение зарплат чиновникам направят 500 000 000 рублей. Деньги пойдут на фонд оплаты труда. Оказалось, что некоторые кировские чиновники получают меньше своих коллег из других регионов. Средняя зарплата в 2018 году, по данным Киростата, составила около 22 тысяч рублей. Это четвертое место с конца общероссийского рейтинга. И на 15 тысяч меньше, чем средняя по России зарплата муниципального служащего. Кировстат привел данные по обращениям кировчан в турфирмы. Больше половины жителей этим летом предпочли Турцию. На втором месте Тунис, после него Таиланд. Самое популярное направление внутри страны – Краснодарский край. Крым сильно отстал от своих прежних позиций, потерял популярность у кировчан и внутренний туризм.